Всем привет! Вы на телеканале Дэковка ТВ. И сегодня у меня необычная тема видео. Сегодня оно называется «Пиццерия». И давайте же смотреть видео. Доченька. Ой, пришли после торгового центра. Дочка, ты где? А, да, мам, я вот пони расчесываю. А ну хватит, я уже расчесываю, дочка, пошли. Мама, ну куда я пойду с ней? Как куда? В пиццерию праздновать день рождения. Пойдем. Ой, мама, ты такая добрая, пойдем. А можно пони взять? Ну хорошо, ей там блюдечко какое-нибудь игрушечное возьми. Она тоже поест пиццу там, какую-нибудь игрушечную. А, да, мам, пойдем. Ай, пошли, ой, пони свой возьми. Вот и пиццерия, блин, да. Вау, мама, тут такой диванчик, все, я заняла место с пони. Мы и тебе местечко ставим. Ну, конечно, а кто же вам счет будет платить? Пони, подвинься. Так, поставь свою поняшу, а то она у тебя не стоит. Так, сейчас к нам должен подойти официант. Он к нам подойдет, конечно. Здравствуйте. Ой, простите. Здравствуйте, что вы хотите заказать? А, здрасте. А можно счет? Счет? Счет сейчас. А вам какой счет, продуктивный или непродуктивный? Ну, позвольте хотя бы какой-то нам счет. А можно продуктивный? Какие продукты? А, да, сейчас. Секундочку, подождите, пожалуйста. Смотри, главное, надо еще нам ждать. Сейчас подождем, пока нам принесут счет. Это долго, наверняка, ждать. Потому что счет это пока принесут, пока выберем. Из этого в пиццерии лучше ходить, чем в твои кафешки. Ну, мама! Что, ну, мама? Ты ведь хотела день рождения праздновать вообще Вольт. Какой-то Вольт. Ресторан. Вольт это такая собачка. Да знаю я, кто такой Вольт. Так. Вот ваш счет. Ой, то есть, простите. Вот, смотрите, какие продукты. У нас имеются вот вам счет. Ой, этот какой там называется меню, простите. А вот вам меню, мам, можете ознакомиться с ним. Вы хотите, мы вам пиццу принесем, хотите сок или какие-то закуски? Вы посмотрите. Ага. Так, возьмите заказ тортик, пожалуйста. Два напиточка, пожалуйста. Фрутоняню. А пиццы больше нет, что-то я уже не хочу пиццу. Пиццы не надо. Нам, так, доченька, давай еще, что ты хочешь? Яблочко одно, значит, ты хочешь еще так, что еще? Так, а еще, я не знаю, что еще. Так, ну давай быстрее. Ну и все, наверное. Ой, и все. Хорошо, сейчас принесем. Можете пока нас подождать, посмотреть, изучить, пока наше меню еще. Ой, доченька. Ой, мама. Такой столик красивый. Сейчас подождем их пока. Да, подождем сейчас. Секундочку подождите, пока мы вам все приготовим и принесем. Подождите, пожалуйста. Секундочка. Дочек принесут, хватит уже скулить. Жди, сейчас дядя или там тетя, кто-то нам, эти официанты принесут тортик. Все, что мы заказывали. Хватит ныть уже, а? День рождения, а ты ноешь целый день. Хочу пони, хочу то, хочу все. Нам все несут, нам все
Он не здесь, нет, все же. Это тебе не 9, не 9, не 8. А официант? Да. Вы там намечите? О, да, сейчас. Мы вам несем, конечно же. Так, и вот так. Так, вот нам подносики, ваша еда. Ну, это наша еда. Это наша еда. Да, а что тут делают пони? А, я слышу. Вот еще ваша еда. Так, я слышала, у вас день рождения. А через день рождения мы вам за бесплатно дали вот такие фигурки мини от нашего ресторана. Мамочка, смотри, как круто! Ой, все, я хочу есть. Давай. Так, простите, у нас тут чуть-чуть напитки поупадали. Сейчас мы вам все выложим здесь, хорошо? На столике. Еще ладно, мы заберем у вас все так. Ай, упалось. Так, о, вы какой будете коктейль пить? Вкус какой? Мама, я буду апельсиновый. Хорошо, доченька, ты будешь апельсиновая, а я тогда, как это называется? Простите, а какой вкус? А это виноградовый. Я виноградный буду, а ты апельсиновый будешь. Так, она будет тортик. Да, и будет тортик. А я яблоко заказывала. И фрутоняня. Вот вам фрутоняня. Немочка. А может, вам еще что-нибудь дорогое? А, да, пожалуй. Можно написать, что у вас есть в меню? Так. Угу. Так, вот что мне надо. Так, пожалуйста, принесите жареную рыбу по-филейски. В соусе тартарь. А, да, ой. Подождите ровно 5 минуток, и будет ваш соус тартар и все, что вам там, ну, что вы заказывали. Подождите, пожалуйста. Ой, хорошо, мы подождем вас. А пони, дайте. А, конечно, держите вашу пони. Сейчас соус тартар. Да. Сейчас будет вам рыба в соусе. Ай, мама, сейчас тебе еще один принесу. Оденешься? Ну, конечно, если ты захочешь. Так. Вот, пожалуйста, ваша рыба в соусе тартар. Сейчас. Ваша рыба в соусе тартар. Ага. Так, вот ваша рыба в соусе тартар. Мы ее принесли. Сейчас мы вам ее выложим. Такая рыба в соусе тартар. Ой, вот. Кушайте на здоровье. А у нас нет вилок? А у нас по традиции... едим здесь не вилками, а палочками. Палочки, они внутри рыбы, там, в завертке. Вы можете посмотреть. А, да, сейчас возьму их. Поем рыбки. Да, вкусно так. Сколько у нас так? Тут можно оплачивать карточкой, кредиткой. А, да, давайте. Я выйду из-за стола. Ай, давайте вот держите вам на счет. А, да, конечно. Я сейчас ваше... Что у вас там? Разлилось что-то? Нет, ничего не разлилось, мам. Упала. Ай, разлилось теперь. Ай. Ой. Так, вот, держите. Ой. Ямочка. Так, необычный мой сок. Это мой апельсин. Упал чуть-чуть. Ай. Так. Пойдем опять пить, твоя поняша. Вы тут еще будете долго, да, мы что-то еще будем чуть-чуть. Так. Пей, доченька. Так.
А можно нам еще кое-что заказать? Конечно, заказывайте все, что вам угодно. А, кстати, вам за эту покупку бонусы на покупку. У нас тут пони есть, и бонусы на их покупки. Мама, я пойду выберу тогда. Иди, как раз можешь пони. Я хотела сказать, что-то выбрать. Это может быть пони. Пони, пони. Это же можно выбрать пони. Ура! Я выберу пони, которых хотели. Ладушка не хотела. Ну, само. Да, вы можете выбрать пони, которые хотели. Они находятся вон там, где ваше кресло рядом. Эти пони, они ассоциируются под компанией в магазинах. Там только их очень мало. Но все равно, как у вас скидки, можете взять. Ура! Ну, мама, я пошла, ладно? Хорошо. А я пока вам там что-нибудь посмотрю, может. Вот, смотрите, пони. О, блин, мало так. Ну, клевый выбор зато. Вауч! Это классно! Петрина, такой выбор! Да, блин, я беру так. Каниколонка, Twilight Sparkle. Ну, красивая, в принципе. Так, кого бы мне взять уж точно? Так, у меня эти все есть, а вот этой каниколонки нет. Потом еще нет принцессы Листи. Дэш, все. Я выбрала себе... Ой, мамуль я выбрала. Мам, одну? Да, одну надо, блин. Не хочу дать. Так, вот, держите пик пиццерии. Так, все, с вас 200 рублей, все, да, спасибо. Так, вы поели? Да. А рыбу фаршированную можно мне с собой взять? Да, вот все, что не доели. Положите. А вы допили? Да. Сейчас официант вам отнесет это все. Так, сейчас. Яблочко с собой возьмите. Вы можете вот это взять, в принципе, счет... Там, это мы съели уже. А, да, хорошо. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще в пиццерию. А, у нас очень вкусно. Жалко, что вы наш пиццу не попробовали. Но другие фаршированные рыбы вы это попробовали. Да, спасибо. Пожалуйста, заходите к нам еще. Мам, пойдем дома доедим. Пойдем, поняшенька моя. Пойдем, Луна. Эй. И новенькие мои. Да? Всем пока, вы были на телеканале ТКВК ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И смотрите другие видео, они еще лучше, чем эти. И комментируйте их. Всем пока!